Господа, сегодня мы приглашаем вас в мир творчества, фантазии и мистики. Это необычное настроение и состояние, наверное, работами, созданными в разной технике, наверное, как вы уже успели заметить. Куклы имеют душу и по ночам разговаривают. Наверное, вы все помните это из детства. В бутылках, их здесь достаточно представлено, живут джинны, которые исполняют все ваши желания. Из каких-либо специальных инструментов, вообще она из Японии. Естественно, все делается немножечко по-другому. То есть в Японии они делают с помощью рисового клея все это, сворачивают лепесточки, долгий труд. В основном этим занимаются мужчины, создают прекрасные композиции для дам. Также есть короны, ну, это вообще для детей, было сделано под платье, такие пышные юбочки. Так, и вот здесь немножечко есть еще. Представлена также вот роза, сделанная в горячей технике, то есть с помощью специальных инструментов. Подарок сделан своими руками, это хранит тепло их рук и переносит в мир какой-то доброты, сказки и необычного творчества. Слойный слот на лошадке, на кошке, на коробе. Это салфетки обычные. Долго занимает время работы, например, над одним изделием. Долго занимает время на поиск идеи. Попробовала, очень получилось, дотянула, стала делать подарки, стала делать новое, придумывать. Используется синтепол и капрон. Получается очень интересные и живые мальчики. Что за тролль? Я его делала как тролль, ученый. Он при дворце, но он очень хотел сесть на трон. И вот он присел и чувствует себя королем. Все то, что можно почувствовать, но то, что нельзя рассказать. То есть сбор каких-то тканей, каких-то картиночек, чего-то такого интересного, то, что нравится вам. Я прежде всего делала эти альбомы для того, чтобы рисовать их. Потому что так как я художник, я сама пытаюсь там что-то как... Они все, правда, не заполненные лежат, но я думаю, что еще будет время над этим поработать. А так, это все ткани, они все натуральные, поэтому все то, что берется, это практически находится где-то потусторонним. Здесь есть, как, наверное, вы заметили, куклы, интересные улитки, зайцы. В технике, по дизайнерской технике Тильда называется. И еще раз приглашаю вас в этот потрясающий мир, удивительный мир, который сделан своими руками, который дарит теплоту, приносит позитив, радость, весеннее солнечное настроение. А вот эту картину назвал эффект бозона Хиггса. То есть человек, чем больше смотрит на эту картину, тем переходит в какое-то параллельное пространство. И когда вот действительно смотришь долго, ощущение, что вот там силуэты, тени, они куда-то вот где-то исчезают.